Мне кажется, это самое долгое, что мы обходились без... Без секса? Да. Да, да, верно. Как у тебя дела? Странно. Одиноко, но я привыкаю, наверное. А ты? То же самое. Пытаюсь встречаться с другими. Другие люди глупы. Очень глупы. Вообще-то есть одна девушка. Крикет Доусон, сапер. Она пригласила меня на свидание. Так неловко. Так иди. Да. Хочешь со мной? Что? Что-то не так? Да. Я разговаривала с Хеллером. Прохожу медосмотр на следующей неделе. Это хорошая идея. Мне нужно вернуться к работе, Уилл. Тебе нужно лечиться. А если снова начну употреблять? Именно это и произойдет, если я не буду занята. Ты должен это понимать. О чем ты? Ты узнал, что маму убил серийный убийца, и даже глазом не моргнул. Просто продолжил работать. Что я должен был сделать? Плакать, кричать, напиваться, что угодно. Но игнорировать случившееся — это реакция на травму. Мы сейчас что, спорим о том, кому больнее? Мы не спорим. Ты споришь.